Друзья, привет! С вами Александр Дагадин. Со мной рядом Диана. Ой, смотрите, эти два без рта. Вот это. Посмотрите, вот это. Сколько у нас уже открыто боссов много. Практически сыр, уже все. Курочка там. Продолжаем играть в игру One Level 3. Собачка у нас там. Видели, друзья, там собачка у нас была, по-моему. Так, что нам здесь надо сделать? Тут какой-то телепорт. Не телепорт, а паук. А, тоже паучок, да? Как в том уровне уже мы играли. Нет, это он. И куда он... нам надо сделать? Куда нам надо? Смотри, если мы в шипы пойдем, то и он упадет. А, смотри, он, наверное, должен свалить вот эту штуку. Нет. Очень интересно. Очень интересно, как нам сюда попасть, как нам вот сюда попасть. Так, о! О! Фига. Фига. Он пролез в канализацию. Он пролез в канализацию? Ну, походу, да, в окошко какое-то. Фу. Наверное, должен все ключики собрать. Фу, канализация. Сейчас мы соберем. Канализацию я не люблю. Там крокодилы. Да, крокодилы. Львы и гориллы. Там крокодилы водятся. Так. Так, в общем, этот ключик брать нам не надо. А то он опасен. Да. Так, пап, не туда пошел. Так, сразу идем вниз. О, интересно, вот туда мы можем наверх вот сюда? Нет. Значит, только в одно. Пап. Значит, только в одно окошко можно. О, я забыла, вот это что ли мы залезли? Вот это, да. Раз. Так-с. Так, запомните, друзья, вот этот ключ ни в коем случае не надо брать, потому что ну, он уже открыт. Да, его мы не берем. Он это специально, они специально так сделали, типа, ну, мы же смотрели на паучка. Да, это как бы такая логическая игра, тут надо подумать. Мы посмотрели на паучка там и даже не заметили. Мы подумали, что он открылся. Да, все правильно, да. Оказывается, он и был уже открыт. Во. Чего он так медленно идет? Давай, газуй. Быстрее. Быстрее, газуй. Еле-еле там ползешь, паучок. Давай, газку подай. Шевели, шевели своими маленькими лапками. Лапками. О, и теперь, наверное, я думаю, здесь надо выйти в него, да? Да. О. Все. Сейчас, наверное, еще и обратно надо ползти. О, все, нет, смотри, не надо. Он там, смотрите, как он. В общем-то, так. Смотрите, смотрите, смотрите. 230 уровень. Бомбочки. О, нифига себе. Ну и что нам делать? Не знаю, наверное, надо вот смотрите, так. А, смотрите, он повторяет за нами. Он хочет, чтобы мы взорвались. Да, смотри. О, ну, блин, капец. Нифига он туда положил. Слушай, эти... сложен такой, да, уровень? Вообще, если бы я сказала туда. Если мы снимаем, то тогда да, я скажу да. Капец. Если мы снимаем, то я правда скажу да. Блин, да елки-палки. Мне кажется, надо, чтобы это сам взорвался этот шмель. Ты думаешь? Да, чтобы он от нас отстал. Да не-не, сейчас мы все сделаем быстренько. Сейчас папа нам мастер-класс покажет смешной. Хопс, хопс, бупс. Взрывайся. Сейчас нам, сейчас нам папа мастер-класс покажет. Да. Которая бомбочка взрывается. С собой взял. С бомбочкой с собой бежал. 231 уровень. Странный транспорт. Ого. Да, и правда странный транспорт. О! Капец. Капец. Ну что нам делать? О.
Ой, Я поняла, короче, ты должен... Конечно, надо так вот, да? Нет, чтоб ты, когда... Когда прыгаешь... Давай сейчас туда дойдем. Давай. Когда прыгаешь, надо прям вот сразу. Блин, он задел опять за этот. Кого? Нет, тут какая-то... Что-то непонятно. Ну, какая-то тут фигня, да? Угу. Прикольная, веселая штучка. Во. Че, обратно, что ли? Походу. Капец. Тут и так сложно, и еще. Еще и капец. Вон теперь вниз. Надеюсь, это последний. Оп. Да, супер, отлично. Да, я надеюсь, что это будет. 232-й совпадение цвета. Красный. А, вон это здесь вот так. Зеленый. Три же зеленых. Три зеленых у нас, смотри. Четыре. Надеюсь, кто-нибудь. Угу. Как они только не движутся, ёпта. Так, быстрее, фиолетовый. Есть. Зеленые побежали быстрее. Опять фиолетовый. Зеленый, быстрее. Ну, папа, больше не будет, что ли? Походу нет. Все отлично. Есть. Даже ключик не надо было. 233-й весы. Что за весы? Это, наверное, вот эти весы. Слушай, весы, а как же нам? Как же нам? О. О, бумс. Давай вот так вот закинем. Можно я сейчас? Давай, поднимай. Так, я фиолетенький хочу. И давай еще один. Еще один. Слушай, что ты один там криво поставил? И все. Такой легкий уровень. Уровень вообще простяцкий. Да. 234-й. Опс, опс. Что за уровень? Карусель. Карусель называется? Прикольный такой. Называется. И все. Такой легкотня, блин. Вообще капец. 235-й каждому по ключу. Бумс. Каждому по ключу. Ага, так. Наверное, вот так вот надо. Ай, как? Все. Так, 236-й уровень. Темнота. Такое уже подобие был, да? Да, только мы выключали свет сами. Ага. Бумс, бумс, бумс. Мы уже тут все помним. Так, где у нас это? А где эта штука? Вон, едет. Ты просто в темноте ничего не видишь. Угу. И давайте... А где ключ? Я вот думал... здесь. Может, уже открыл дверь? Нет, капец. Может, он был... Может, он, фига себе. Ничего себе. Специально сделано. 237-й краски. Зачем это? Наверное, на краске прыгать? Наверное. Смотри, что надо делать? Надо на зеленый прыгать, я поняла. А они, видишь, меняют цвет. Ну и надо, чтобы они поменяли цвет. Да? Зеленый зеленым, желтый желтым. Может, надо на все желтый поменять? А, смотри, надо по цвету делать. Красный. Угу. Красный. Блин. Ты, наверное, просто наступил на землю какую-то. Да елки-палки. Так. Главное перепрыгнуть. Перепрыгнуть. Во. Блин. А почему он? Просто... надо, короче, все, наверное,
Блин, я не знаю. Я поняла, надо наступать по зеленым, пока цвет не кончится. Смотри, может вот так? Что за фигня? Что-то непонятно, друзья. Что за фигня это, Уэйн? А? Так, мы открыли, теперь желтый. Теперь зеленый. Теперь красный. Такс. Такс. В общем, нам надо, я понял, что сделать. А это что за угол называется? Краски? Вот что-то? Так. Ой. Один раз мы можем прыгнуть на один цвет. Видишь? Вот. Почему вот он туда не прыгает, смотри. Раз. Значит, надо один сюда, один сюда. Если мы сейчас прыгнем вот сюда, то как потом мы это возьмем? Давай попробуем. Ты не на тот цвет прыгнул. Вот так вот. Ну, блин, спасибо. Да, вот так попробуем. Yes. Папа, ты... А как мы обратно потом полетим? Вот я и думаю, как уж собраться с тобой пойдем. О! Нам специально так сделали, чтобы мы прошли дальше. Да, супер. А я думаю, все. Отлично, молодцы. 238 на одном дыхании. Смотри, он просто бежит. А, помню такую. Нам только надо прыгать. Прикольно. Смешно, да? Да. О, вот тут, конечно, нам надо. Блин. Ну, конечно, легкий. Легкий, да? Да. Ну, суть в том, 239-й, что... шаг за шагом. Шаг. За шагом. Фига себе. Походу, надо взять три цвета только. А, смотри, на красный взрывается. Давай посмотрим. Так, зеленый. Красный. Зеленый. Можно идти. Зачем ты наступил туда? Да, что-то поторопился. Красный ждем. Зеленый. Прыгай быстрей. Зеленый. Да мы так вообще не дойдем. Прикольно. Вот здесь главное. Так, мы 2 часа сейчас будем идти. Да. Ну ладно, лучше чуть подольше, чем мы сейчас взорвемся. Да, ладно. Лучше, чем подольше, чем взорваться. Давай сразу сюда. А что, ну то есть на белом можно? На белом можно, да. Это он же как бы разминировал. А. Давай. Все, капец. Yes. Yes, побежали, друзья. Лучше подольше идти, да, чем взорвать. Камень, опа, ножницы, бумага, цуэйфа. У нас вот так. Нет, надо выбрать. Нет, нельзя повторяться. Да, давай, мы выберем с тобой вот это. Наверное, он хотел бумагу. Ну что такое, блин? Ну-ка. Блин, в общем, короче, надо, наверное, ждать, что он... Да, подождем. Давай. Теперь мы нажимаем. Пап, мне надо бумага, то мы... Перепрыгивай. Ой,
Зачем ты? Да блин, я чё-то засмотрелся, нафиг. Давай, на ждём. Его голову, что ли? Да. Ой, смотри, там уже открыто. Так, смотри. Что нам надо? Вот это, да? Давай. Сейчас бумагу выберет. Ножницы выбирай. Ножницы. Потому что ножницы разрежут бумагу. И что дальше? И что на? Может 9:00? А, не. Вот 5:02. 0:52, что? Или 7, может? 5. Нет, лучше сделай как надо. Что-то я не запомнил, что там было. 0:52. 0:52. Слушай, а у него какие были штуки, не помнишь? Нет, кого? У этого босса, что он нам сначала у него было? Сначала у него был камень. Камень, потом что у него был? Потом у него бумага была. 5. Потом у него ножницы были. 2. Нет. Так, что-то я запутался. Я запутался, друзья. 5, 2, 7, может. 7. Давайте посчитаем на пальце, сколько будет. 5:50 плюс 2. Давайте. Так, смотри, вот он у нас сейчас. Ну, попробуй камень. Бумага. 5. Ножницы. 5, 2. Ноль. 5, 2, 0, что ли, да? 5, 2, 0? Угу. 5. Блин. Пап, так, давай запомним, что он нам покажет. Давай запоминаем. Можно я буду записывать блок? 0. И у нас 5 была. Пятерка, ножницы. 5, 2. И 0. 5, 2, 0, что ли? 5, 2. О, точно, 5, 2, 0. Офигеть. И мы так трудились. Друзья, ну все, закончили 240 уровень боссика. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на наш канал, напишите нам коммент. Ну и, конечно, поделитесь этим видео с друзьями, чтобы они также проходили. И, как обычно, обязательно. Увидимся в следующих сериях. До встречи, друзья.